Веселое начало сразу. Все так задумался над колом. Как так, а? Трибет под. Ну, это несложное решение будет. Туз дама неплохо. Ох, как турбо меня заходит. 0% сразу. Вы задолбали, просто что, если всегда рейс флопа в 3-бет-поте сразу сет у вас? Давайте здесь смотреть получше. Пиздец, просто флоп на красоту, ну ё-моё. Сначала он тузы в короли получает, потом с таким говнищем ловит такой флоп против моих королей. Сколько можно на королей-то будет? Хоть бы у него тоже валет дама были, просто без боли скатаем. Туз 10, блядь. Вот это просто. У меня еще два аута его были, это жесть. Да ладно, без пятерки на ривере, как так? Оптимальный розыгрыш по ГТО. Ну, блять. На красоту вообще. Дама 10 против дамы не может выиграть. То есть дама против дамы 10. Ты, блядь, день сегодня, блядь, меня это бесит все. Почему-то все раздачи какое-то говно в крупных банках раздают. Бред сегодня просто. Но я все равно не выкину. Хоть как. Здесь. Да в пизду, блядь, такой покер. Ну что такое? Без бубей будет преимущество какое-никакое по эквити. Вот видите, есть первая, есть вторая, иди сюда, сладенький. Конечно, такой вот сегодня что. Ну сколько нам надо тут поставить, что а, ну ладно. Просто ебнуться сегодня покер идет вообще. Спасибо и на этом. Маловато получилось эквити. Ну и да, и тут, наверное, оптимистично считать, что у тебя будет аут на туза, после того, как такую линию оп принимает. Зато отмазка. Мне по херу вообще, сколько там эквити. Я просто денег выиграл и все. Я твой дом труба шатал. Ривер говнище, конечно, сделать. О, неплохо. Дама 10 снэпкол. Сомнительный достаточно, мне кажется. Ну что такое-то? Вот таких раздач сколько сегодня уже было? Какие-то сраные риверы просто каждый раз, блядь, в одну и ту же ловушку попадают. На флопе нац на ривере говно. Естественно, ни разу, блядь. Просто ни разу.
все равно буду бойтить. Настолько скормили нам уже, что и тут сожрем, если что. Если надо будет. Ну да. Сожрем. I once broke in my table, like wooden table in half. When I was in tilt, I just snapped it. Входил, что ли? Да, ну это, конечно, затея хорошая, фишей блефовать вот так вот. Но лучше в них так валюбейтить, а не блефовать. Давай дважды ебнем его. Дважды! На-на! Включаем хитрожопость на пятую скорость. Оп, 0%. Не, чувак. Не. Блять, ну что-то я обосрался тут. С дамой сейчас слоу роял меня пило, блять. Бесит меня это все уже. Сука, туз дама, блять, просто в 4 бэтпоте иди налови свои 3 аута. Да изи, чё? Нет уже сил на это просто у меня. Нету сил. Доска просто на красоту. Я даже не знаю, специально вот видел, что я тильтую всем весело. И давайте еще ему положим на 200 ББ такой вот подсос. В огромном 4 бэтпоте сет в сет. Что за хуйня купил, интересно. Кое-как. Как какашки, блядь, куриные какие-то. Только засохшие какашки куриные. Что это вес вообще? Что за жесть? Твердое говно какое-то. Не, ну прикалываетесь или чё? Просто, блядь, пизду идите. Ну, ривер пакостный, конечно, но хуй делать. Просто, блядь. Я просто, блядь, не понимаю, как такое может быть. Сегодня какой-то еще день просто. Только, блядь, кто скажет в чате, что не надо было пушить ривер, я сразу бан с канала выписываю. У меня вот такое настроение сегодня. Нет у него чек-кола с дро здесь. Никогда в 4 бэтпоте. Он все дро тут бары лицам. Что на миллион смс-то? Я вообще-то катаю тут. Решения трудные принимаю. Тут, блядь, ну сколько можно-то, а? Чё, крыс, ещё хлопадок? Просто, блядь, не верещи мне тут! Ну, чувак сыграл 11 рук пока что. В пип 100, ПФР 36, 3 бет 50.
дайте, пожалуйста, уйти нормально. Не, ну, такая профессия, что приходится терпеть, но это просто, это очень неприятная сессия была.